Так, друзья, для тех, кто еще не знает, мы переехали в новую клинику, новое помещение. Вывески, правда, еще нету. Находимся в Митино по адресу Митинская, 17. Вот наша дверь. Вход, покажу вам клинику, какой мы сделали ремонт. Ну, ресепшн это временный, будет другой. Скоро должны привезти. Здесь зона отдыха, бахилы, телевизор, кушетки сидеть, вот шкаф для одежды. И начнем из кабинета невролога. Здесь у нас будет принимать невролог, здесь у нас плазмотерапия, вот лазеротерапия, лазер и озон. Невролог, кстати, у нас врач озонотерапевт, писал кандидатскую по озону. Вот пока только-только переехали, еще не все оборудование. Это уборная, вот такая красивая комната для медицинских отходов. Под ключ обязательно, здесь бак, всякий уборочный инвентарь. Здесь еще будет реклама, кондишн большой. Значит, это второй кабинет у нас процедурный. Пока табличек нету. Повешали так, распечатали. Здесь у нас шкаф со всякими медицинскими штучками. Медицинский холодильник, кушетка, лампа, штативы, стол, компьютер, двойная мойка, везде лампы, везде кондишены. Так вот все красиво, все чистенько. Вот, ширмы стоят в коридоре. Это кабинет массажа мануальной терапии. Здесь еще у нас TR. Разогреваем мышцы тиаром, потом пробиваем ударной волной и в конце то, что не прогреется, не пробьется, долечиваем руками. Неготоскоп, тумбочки, ширмы, шкаф тоже медицинский, но еще пустой. Вот, еще заставлять и заставлять. Мойка. Так, это комната отдыха, кухня тут у нас такая. Кухонька, длинный коридор, это мой кабинет и врача-травматолога. Здесь у нас шкаф, пылесос стоит, самое главное, моющийся, супер новый аппарат. Здесь помимо приема консультации идет мануальная терапия. Стол будет другой, это временный, фокусно-ударная волна, принимаю я и врач-травматолог. И серверная. Тут травматолог у нас Антон Кузнецов. Длинный коридор. Тут вот ждем шкаф для медицинских. Это вещевой шкаф для медперсонала. И комната физиотерапии. Здесь у нас УВЧ, электротерапия, ультразвук, магнит, стол. Ну, видите, еще так пусто. Все шкафы пустые. Постепенно это все заполнится. Главное, лампы все висят. Еще один стол массажный. Ну, цель этого видео сказать, что мы уже переехали. На правде мы тоже будем принимать, но там остается только у нас массаж, мануальная терапия, озон там будет, плазма и кое-какая физиотерапия там будет. В принципе, основное оборудование сюда переехало. Здесь у нас еще будет ультразвук, функциональная диагностика, это НМГ, миография и энцефалография будет. Делает врач-невролог, он же врач функциональной диагностики. Тут что-то свет пропал. В общем, ресепшн, конечно, будет другой, красивый. Вот ждем. Лестница еще сегодня делали, электричество. И все, выключаем. Можно включить лампу, ладно, не буду. Приходите, ждем всех на лечение. Вот, сейчас у нас действует акция. И те старые пациенты, которые приводят родственников, друзей, массаж бесплатно. А новым пациентам в честь открытия клиники 30% скидочка. Все, до связи. Клиника называется у нас Нейроклиник. В Яндекс будете нас так искать. Нейроклиника. Митино, Митинская, 17. Работаем с 9 до 5.
все дни, воскресенье, выходной. Пока-пока.